8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Аплодисменты нашим артистам! В нашем мире часто делят на черное и белое, на свет и тьму. Но для самого мира наше суждение лишь суета-сует и пустые слова. Без тени не был бы так прекрасен свет, без света не была бы так желанна тьма. Нет черного, как нет и белого, нет плохих и нет хороших. Есть просто мир и просто люди, каждый из которых настоящая звезда, уникальная, волшебная, прекрасная, полная тайн и загадок. Говорят, что звезды, сияющие на небе много миллиардов лет, это не небесные тела, а человеческие души. Души ушедших, живых и будущих людей, которые сияли и будут сиять над миром, как символ вечности и мудрости. Сегодня мы расскажем вам легенду, которую придумала одна из таких звезд. Посмотрите, вот она. Легенды о разногласиях и примирении, о вражде и любви, легенду о вечности и мудрости, легенду о нас с вами, о людях-звездах, о людях-вечности.